Я думаю, что вы все знаете о том, что произошло недавно в храме Христа Спасителя. Вот давайте соотнесем мысль свою с тем фактом, что на том месте, где мы стоим, благочестивые предки наши, полагавшие основу процветания России как великого государства, храм свой заложили только ради встречи со святыней. А их далекие предки в веке 21-м осквернили эту святыню. Ну что, казалось бы, должно быть? Прошли времена, когда люди силой решали такие вопросы, и слава Богу, что прошли. Но что должно было бы быть в земле нашей?